Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя», друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами вторник, 30 августа. Сегодня замечательный, прекрасный день. Первая фаза начала растущей луны. Поэтому обязательно в этот день проведите практику, которая поможет вам привлечь деньги в вашу жизнь. Обязательно возьмите денежку и покажите луне, как это правильно сделать, какие слова говорить. Друзья, далее все более подробно в этом видео. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день будет очень тяжелым именно для чувствительных людей, которые абсолютно все принимают близко к сердцу и на свой счет. Если среди вас есть такие друзья, то будьте с ними предельно осторожны. Старайтесь не шутить и просто не нужно ничего говорить лишнего. Не стоит удивляться на их эмоциональные реакции и на ваши любые замечания. Старайтесь сегодня в этот день избегать пустых разговоров, потому что высока вероятность, что они могут закончиться спорами. Конфликты, которые будут возникать в этот день, могут не только испортить, но и в то же время даже разрушить ваши отношения. В какой-то степени сегодня очень противоречивый день, он принесет очень много переживаний и волнений. Даже самым хладнокровным будет очень нелегко сохранить самообладание. Сильные эмоции мешают вам сосредоточиться на делах, поэтому вы то и дело откладываете запланированное на потом. Сегодня у вас дел будет очень много, и это очень хорошо, потому что чем больше полезных дел, тем меньше времени останется для каких-то неприятных воспоминаний, мрачных мыслей, размышлений об ошибках, которые уже поздно исправлять. Да и, наверное, не нужно. Главное сделать работу над ошибками и идти двигаться дальше. Сегодня в ваших силах избежать серьезных неприятностей. Здесь очень важно, чтобы вы сосредоточились на мелких повседневных делах и подумали о том, как вы можете решить какие-то свои важные глобальные вопросы. Для этого не так уж и много нужно. Всего лишь действовать осторожно, не принимать важных решений в торопях, обращать внимание на мелкие детали. Сначала, возможно, это будет требовать от вас каких-то усилий, но вскоре вы увидите плоды своих трудов и убедитесь, что выбрали действительно верный путь. Однако шанс добиться больших успехов в работе будет очень высоким. Не исключен настоящий прорыв в делах. У вас сегодня на данный момент есть достаточно много проблем и нерешенных дел, поэтому попытайтесь закончить их за эти два дня, чтобы не переносить их на новый месяц. Также сегодня постарайтесь проявить максимум трудолюбия, самообладания и целеустремленности. Отнеситесь ответственно ко всем порученным задачам. Принимая за выполнение дел, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями. В любви, в творчестве, в работе, и тогда вас обязательно сегодня ждет успех. Однако стоит определить границы своих возможностей и не ставить перед собой каких-то таких вот глобальных задач. Не принимайте желаемое за действительное, иначе удача обернется поражением. Попытки справиться со всеми проблемами самостоятельно отнимут слишком много сил, поэтому совсем нежелательно в одиночку принимать важные решения и заниматься сложными делами. Лучше найти тех, кому можно обратиться за советом или за помощью. Для этого у вас есть надежные союзники и верные друзья. А над важными решениями сегодня стоит долго и тщательно думать, потому что уж очень сегодня велик риск совершить ошибки. Сегодня стоит быть особо внимательным, если вы являетесь государственным служащим, которым следует учесть все нюансы, прежде чем приниматься за работу, так как сегодня может случиться нечто, что может серьезно повлиять на ваши дела или, возможно, долгосрочные планы. Сегодня не стоит браться за новые дела и крупные масштабные проекты, тем более, что вы скоро уйдете в отпуск. Они могут такие остаться незаконченными и нереализованными аж до осени. Сегодня особенно хорошо проходят деловые переговоры. Вы способны заинтересовать своими идеями, найти новых союзников, в том числе и весьма влиятельных. Сегодня стоит сосредоточиться на мелких повседневных делах, отложив решение глобальных проблем. Сегодня вам не трудно переключиться между несколькими задачами, а вот долго заниматься чем-то одним будет несоизмеримо тяжело.
Аналогичная тенденция будет наблюдаться и в общении. Назначив на этот день несколько встреч, выполните их с удовольствием, а вот продолжительный разговор покажется вам довольно утомительным. Сегодня стоит навести порядок не только в бумагах на офисном столе, но и в собственных мыслях. Даже можно и нужно привести в порядок и денежные дела, сделать очередную ревизию для себя, четко определить приход и расход ваших доходов, чтобы ясно видеть свои перспективы в будущем. Возможен сегодня прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Сегодняшний день благотворно скажется на вашем материальном положении. Также сегодня подходящий день для того, чтобы решать финансовые вопросы и планировать свои расходы. Возможно, вы увидите, на чем можно сэкономить. Любые траты старайтесь сегодня обсуждать с человеком, которому доверяете. Ваши собственные решения, касающиеся денег, весьма сомнительны. Внимательно отнеситесь и к подписанию денежных документов, а также не рискуйте сегодня деньгами. Во второй половине дня стоит отправляться за покупками. В это время вам легко будет сделать правильный выбор. Удастся не переплачивать за хорошие вещи. Сегодня в какой-то степени у вас будет беспокойный день. Вам нужно многое успеть, повидаться с разными людьми и обсудить важные вопросы. И на работе, и дома будет больше дел, чем обычно. К счастью, вы полны энергии сегодня и можете не опасаться за переутомление. Домашние дела сегодня не покажутся вам утомительными. Можно наводить порядок, планировать или начинать даже ремонт. Если на этот день вы запланировали переезд или ремонт, то без всяких сомнений можете осуществлять свои планы. В личной жизни также не исключены перемены к лучшему. Проявите сегодня больше смелости, не бойтесь брать на себя ответственность за кого-то, и счастье надолго поселится в вашем доме. Вероятно, приглашение сегодня на торжества, коллективные мероприятия, а возможно и попадете на праздник души или вечеринку. Здесь вы сможете блеснуть своим остроумием. Позовите кого-нибудь с собой, но ни в коем случае не оставайтесь сегодня дома в одиночестве. Вам это ни к чему. По лунному календарю, друзья, у нас сегодня 3-4 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Весы. Очень важно, чтобы этот день активно прожили. Потому что впереди вас ждет расширение бизнеса, увеличение числа продаж и расширение круга выгодных знакомств. Сегодня можно не просто попросить поддержки у сильных мира сего, но даже ее потребовать вам в любом случае не откажут. Кроме того, у нас, друзья, с вами последние дни августа, и очень важно, чтобы в эти дни вы взвесили все за и против. Также подумали о том, что вам нужно обязательно сделать уже в сентябре, на какие моменты стоит обратить внимание. Также не стоит рисковать без причины и не уходите от поверхностных суждений. Старайтесь мыслить только рационально. И очень важно, что в последние дни лета вы сжигали старые вещи, потому что таким образом вы будете открывать свой денежный канал и освободите в доме пространство для новых приобретений. Друзья, и так как сегодня 3-4 лунные сутки, это начало, у нас начался с вами период начала растущей луны. И здесь очень важно, чтобы вы провели ритуал. Это ритуал для получения дополнительных денег. Его нужно сделать в 3-4 лунные сутки, и это поможет вам аккумулировать и привлечь деньги в вашу жизнь. Поэтому вечером встаньте сегодня к окну и возьмите в левую руку 2-3 любых купюры и 2-3 монетки на ваше усмотрение. Далее протяните ладонь к небу, словно показывая высшим силам деньги, и скажите следующие слова: «Поделись месяц своим светом, дай роста моим монетам. Поделись месяц своей силой, буду я для денег милой. Лунный свет мои деньги пьют, да быстро-быстро в рост идут. Месяц их своей силой питает, да деньгами мой кошель наполняет. Да будет так». После этого деньги оставьте на окне на час-два. И до наступления утра уже встаньте и уберите их в отдельный кармашек своего кошелька. Эти денежки можно будет потратить ровно через месяц, а новые также заговорить.
Также, друзья, обращаю ваше внимание, что именно эта практика поможет вам привлечь деньги, дополнительные деньги в самое ближайшее время. Мы всем желаем прекрасного дня, пусть он пройдет для вас благополучно, успешно и удачно. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья!